Итак, друзья мои, всем снова привет! Я хочу вам показать идеи новогодних подарков для ваших друзей, родных, близких, в принципе, именно с косметикой Oriflame. То есть у меня будет другая, конечно, тоже косметика или какие-то собственно, вещи другой фирмы, но это не важно. Сейчас мы с вами просто на примере, я вам покажу. Кстати говоря, вот так вот пришли мне наклейки, вы, наверное, уже видели. Оказывается, что здесь их две штучки. Смотрите, то есть здесь еще есть и вот такие вот замечательные новогодние шары. То есть вообще класс, вообще супер-пупер, прям вот слов у меня нет, офигенские. Итак, давайте посмотрим, покажу вам для двух человек небольшие подарки, которые я планирую подарить. Начнем мы с вами с женщины, которой, соответственно, уже ну, нормальное такое количество лет. Я купила, конечно же, это не в компании Oriflame, а это в обычном масс-маркете, вот такой вот пакетик. Здесь такая вот, соответственно, интересная картина, такой вот интересный, не знаю, какой век, в общем-то, ну, тут еще машины, кони, повозки, вот такой вот интересный пакетик. Соответственно, он очень плотный. Сюда я планирую вложить водичку Мисс Джордани. Вы уже поняли, да, это, соответственно, приобретена была за медали. Вот таким вот образом я планирую сюда вложить. Но для этого мы с вами наклеим. Наклеим обязательно сюда стикер. Я хочу наклеить, я даже не знаю, чтобы такое выбрать. Наверное, что-то интересное. Интересное. Вот я думаю, что для этого человека подойдет либо елочка именно вот такого плана, либо исполнение желаний. Ну, вы знаете, я думаю, что исполнение желаний самый идеальный вариант, поэтому именно его мы сейчас с вами и наклеим. Отклеивается все достаточно легко, надеюсь. Сейчас, одну секундочку. Вот так вот мы с вами берем. Я абсолютно спокойно отношусь, потому что это у нас с вами слюда, поэтому клеим прям вот, давайте, наверное, вот так. Нет, вот так вот наклеим, вот таким вот образом. Мне кажется, очень будет приятно получить человеку вот такой вот замечательный подарок со стикером исполнения желаний. И просто вкладываем вот в пакетик, такой вот замечательный пакетик. Здесь все у нас прям вот с вами все вот, все на мази, все четко, все держится. Это один подарок. Второй подарок для женщины, которая еще молода, вот, и соответственно я для нее приготовила именно вот такой вот подарочек. Это у нас крем для рук с пралине и так, тут, в общем, какие-то орешки, что-то такое, приятный аромат. И, ну, я не знаю, кто видел мое прям вот предыдущее видео о покупках, давайте покажу еще раз. Этот товар также был приобретен за баллы. Вот такой вот гель для не гель, простите, а помада мусс для губ матовая. Я знаю, что этой девушке, женщине очень нравится этот цвет. Я думаю, что вот в таком вот варианте это прям, ну, шикарный подарок. И я его планирую упаковать вот в такой вот пакетик. Вот с такой вот замечательной собачкой. Это бумажный пакетик. И, соответственно, здесь я планирую наклеить на сам пакет. Вот, скорее всего, в эту часть. Минусы, конечно, такого пакета в том, что если этот пакет достаточно плотный, он сделан не только из бумаги, а там есть какой-то другой материал, который не развалится при, допустим, мокром снеге, да, если вы будете нести по улице. В отличие от данного пакета, он бумажный, поэтому с ним нужно быть предельно осторожным. Итак, что я наклею на этот пакет, я даже, честно говоря, не знаю, что. Поздравляю, волшебного Нового года. Так, 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 ну что мы выберем, что мы выберем. Когда я говорю мы с вами, но, конечно, сейчас это не прямой эфир, поэтому я выбираю сама сейчас. Я думаю, что подойдет вот именно вот этот вариант, потому что пакетик сам выполнен в таком вот красном цвете. Можно, конечно, вот такой вот, вот такого вот замечательного оленя, либо в горошек. Я все-таки выберу, скорее всего,
А может быть и елочку, может быть и елочка сюда идеально впишется, и скорее всего вот эту вот елочку я тоже прикреплю. Она идеально вписывается под цвет данного пакета. Вот таким вот образом мы сейчас с вами наклеим на пакетик. Что хочу сказать, очень легко отклеиваются и очень легко приклеиваются, то есть очень удобно. Вот такой вот пакетик, соответственно, с собачкой, и в него мы с вами будем тоже вкладывать данные подарки. Вот такой вот кремушек для рук и, соответственно, помада мусс. Вот такой вот замечательный пакет. Вот, собственно говоря, вам небольшая такая идея для новогодних подарков. Мне кажется, это очень оптимально и, ну, достаточно просто, как вариант. Конечно, можно сюда какие-то наборы там для рук новогодние положить, это тоже как такой необычный вариант. Можно упаковать это все в коробочку. В принципе, все зависит от ваших пожеланий, от вашего вдохновения, от вашего воображения, поэтому не останавливайтесь, дарите, удивляйте своих близких, друзей, коллег и, собственно говоря, всех с наступающим Новым годом. Всем пока-пока!